Привет, друзья! Сегодня будет продолжение выпуска с дегустацией готовой еды из супермаркета «Лента». Она может понадобиться тем, кому лень или некогда готовить самому. Ну что ж, давайте проверим, какова же на вкус эта еда. Салат оливье классический, он уже заправлен майонезом. Стоимость такого салата 309 рублей за килограмм, здесь 204 грамма, и это обошлось в 63 рубля. Попробовал на вкус, вкус оказался достойным для такого салата, я думал, что будет хуже. Здесь есть и свежие огурцы, есть маринованные, причем эти огурцы хорошего качества. Также есть ветчина, причем она не самая дешевая, потому что вкус такой нормальный для ветчины. Также есть и морковка, и картошка, все это хорошо проварено, и по вкусу все нормальное. Думаю, что для своей цены очень даже хорошее качество. Свинина по-монастырски. Стоит она 469 рублей за килограмм. Здесь 255 грамм и вышла на 119 рублей. Как мы видим, это блюдо покрыли сверху еще полосками кетчупа. Давайте посмотрим, что же будет в разрезе у этой свинины по-монастырски. Слой шубы примерно такой же, как и слой мяса. Хотя, как мне кажется, даже чуть-чуть и потолще. Как оказалось, сверху здесь находится картошка. Но эта картошка не пюре, а это просто какие-то мелкие кусочки. По всей видимости, ее, наверное, сначала потушили, а потом запекли вместе с мясом. Также еще есть сырная корочка. Чувствуется наличие чеснока, а в самом мясе чувствуется наличие специй. Как видно в разрезе, мясо хорошо пропеклось. Само по себе оно мягкое. В целом блюдо неплохое, но немного островатое за счет чеснока. Салат сельдь под шубой классический. Стоимость его 224 рубля за килограмм, здесь 284 грамма и вышло на 63 рубля. Этот салат должен быть слоеным, давайте посмотрим, какие же здесь слои. В самом низу картошка, затем идет морковка, селедка, видны также тертые яйца и сверху вареная свекла. Селедки, правда, что-то здесь не очень много. То, что касается овощей, то все они качественные, все проварено хорошо, по вкусу нормально. Единственное, только что вот самый нижний слой картошки, он очень слабо смазан майонезом, поэтому внизу немножечко суховато. То, что касается селедки, то она мне не очень понравилась по вкусу. Возможно, что она не особо и свежая, и положили ее не очень много. Конечно же, когда делаешь такой салат в домашних условиях, то там и селедка получше, и кладешь ее побольше. Поэтому и салат тоже повкуснее. По моему мнению, этот салат среднего качества. Заливное из креветок. Стоимость 489 рублей за килограмм, здесь 154 грамма и вышло на 75 рублей. Посмотрим, как выглядит снаружи это заливное. Мы видим, вот креветки действительно присутствуют. Не знаю, сколько здесь штук, но такое вроде приличное количество. Также еще есть оливки, сладкий перец и на другой стороне здесь был еще кусочек лимона. Само желе немножечко кисловатое, очень плотное, и в составе было написано, что сделано оно на основе желатина. Внутри оказалось аж целых 4 креветки, одну я попробовал, по качеству креветки хорошие, и хорошо еще то, что они почищены, полностью удалена кишечная вена. Сами по себе креветки не мелкие, похоже, что они королевские. Креветки, в общем, по качеству мне понравились. Сладкий перец полностью сырой, он никак термически не был обработан, и как-то по вкусу, мне кажется, он не очень хорошо сочетается со всеми остальными ингредиентами. Лучше бы, если бы он был бы немножечко термически бы обработан. Оливки самые обычные, но, как мне кажется, здесь их положили слишком много, целых 3 штуки, хватило бы и одной. Думаю, для своей цены качество хорошее, потому что креветки эти все-таки дорогие. В целом блюдо вкусное. Теперь давайте попробуем самое дорогое блюдо, которое я купил. Это рыба по-купечески. В составе написано, что это стейк лосося. Стоимость немаленькая, 1120 рублей за килограмм. Здесь 363 грамма и обошлось это все в 406 рублей. Разогрел эту рыбу пару минут в микроволновке. Можно посмотреть, какой толщины сама рыба и какой толщиной шуба. По толщине они примерно одинаковые. Вот давайте посмотрим, из чего же состоит эта шуба. Видно, что вот это майонез с яйцом, это сырная корочка и также внутри помидоры, очень много лука, еще есть болгарский перец. По массе здесь рыбы больше, чем начинки. Чувствуется, что рыба свежая, ее хорошо приготовили. Блюдо сочное, не сухое. Также вот эта вот начинка, она мне понравилась. Здесь очень много яйца и майонеза совсем немного. Единственный минус то, что очень много лука, и лук протушился не очень хорошо, поэтому он немножечко жестковатый. Салат с очень интересным названием «Грация». Стоимость 419 рублей за килограмм, здесь 194 грамма и обошлось 81 рубль. В составе мы видим, что здесь есть сухари, но они уже полностью отмякли и уже совершенно перестали быть сухарями. Кушая этот салат, даже не нужен и хлеб, потому что сухарей здесь вполне приличное количество. Ветчина здесь качественная, по вкусу мне понравилось. Куриного филе здесь, к сожалению, не очень много, но вот те кусочки, которые мне попадались, они по вкусу мне понравились. Огурцы нормальные. Помидоров черри сюда положили немало, а вот листья салата, они немножечко с горчинкой попались, не очень хорошие. В целом, я считаю, что все ингредиенты в этом салате подобраны хорошо. Думаю, довольно-таки интересный салат.
драники с сыром. Стоимость их 290 рублей за килограмм. Здесь 95 грамм и всего лишь 27 рублей. Разогрел этого драника 30 секунд в микроволновке. Давайте посмотрим, что будет в разрезе. Вот такая картина в разрезе. Я думал, сыр будет только снаружи, а оказалось, что сыр есть еще и внутри. Так как эти драники были обжарены на масле, то они очень жирные. Также во вкусе чувствуется и сыр. Вот видны его здесь вкрапления. В целом вкус неплохой, но единственный минус, так как этот драник приготовлен не только что, поэтому вся его вот эта вот корочка, она уже отмякла и совершенно не хрустит. Конечно же, если бы его кушать только-только приготовленным, он был бы гораздо вкуснее. Здесь находится рулет из индейки с сыром фета. Называется этот рулет Олимп. Цена не маленькая, почти 900 рублей за килограмм. Здесь 118 грамм и вышло на 106 рублей. Открыл упаковку и почувствовал очень сильный запах бекона, потому что этот рулет завернут в бекон. Разогрел этот рулет 30 секунд в микроволновке. Интересно посмотреть, что там будет внутри. Как оказалось, начинки внутри не так уж и много. В основном здесь одно филе. Попробовал на вкус это филе и сразу же почувствовал, что оно было промариновано. Ну и в составе тоже был указан маринад. Я думал, куда этот маринад был использован. Оказывается, им промариновали вот это вот филе индейки. И как мне кажется, это было абсолютно сделано зря, потому что бекон, он и так придает небольшую пикантность во вкусе. А еще вот этот вот маринад в самом филе, он совсем как-то придает переизбыток вот этого вот маринованного вкуса. Я бы даже сказал, что это филе слишком перемариновали. Мне кажется, лучше было бы, конечно, начинки положить побольше, как минимум раза в два. Треска жареная. Стоит она недешево, почти 600 рублей за килограмм. Здесь 240 грамм на 143 рубля. Разогрел эту треску 1 минуту в микроволновке. Можно дегустировать. Посмотрим, что здесь будет в разрезе. В разрезе, конечно, вот эта вот часть смотрится как-то не очень хорошо. Она какая-то серенькая. Эта часть смотрится получше, здесь белое мясо. Вообще говоря, треска — это сухая рыба, в ней практически нету жира, но в данном случае получилась она очень-очень жирная. Обжаривали на большом количестве масла, оно даже вот немножечко протекло вниз. Ощущение, что ешь не треску, а какую-то очень жирную рыбу. Это, конечно же, не очень хорошо, потому что, по сути дела, треска — это диетическая рыба. А в данном случае получается, что сама рыба не жирная, а за счет большого количества растительного масла она становится жирной. В общем, могу сказать, что рыба эта приготовлена плохо. Возможно, что она была и не очень свежая, и по запаху как-то она мне не очень понравилась. Поэтому, в общем, могу сказать, что эта треска не очень хорошая. Такой салат я еще ни разу не пробовал из ленты. Называется он деревенский. Стоимость 383 рубля за килограмм. Здесь 186 грамм и вышло на 71 рубль. По составу мы видим, что здесь очень много картошки. А также еще виднеются кусочки куриного филе. Есть шампиньоны и, как было написано, они консервированные. Также есть еще яйца. Заправлен этот салат майонезом. Попробовал, и самое первое, что я заметил, это отсутствие соли. Салат забыли посолить. Но это, надо сказать, лучше, чем если бы его пересолили, потому что досолить всегда можно. И в целом салат, он немножечко какой-то такой безвкусный. Возможно, что майонез, которым его заправили, он не очень хороший. Либо потому что соли мало, поэтому особого какого-то вкуса я даже и не ощутил. По-моему, здесь не хватает каких-то свежих овощей. Возможно, что если бы еще добавить сюда огурчика, то было бы как-то повкуснее. То, что касается всех ингредиентов, которые здесь присутствуют, то по качеству они хорошие. Курица качественная, картошка тоже хорошая. И грибы по вкусу мне все понравилось. Но лично меня вкус этого салата особо не впечатлил. Здесь находится рулетик праздничный. Стоимость рулетиков 366 рублей за килограмм. Один рулетик весит 58 грамм и обошелся в 21 рубль. Открыл упаковку и сразу же почувствовал очень сильный чесночный запах. Как мы видим, он состоит из ветчины, а внутри находится начинка. Сейчас посмотрим, что же там внутри. В качестве начинки здесь используется яйцо, сыр, майонез и чеснок. Попробовал на вкус, и вкус, надо сказать, меня особо не впечатлил. На внешний вид как-то он смотрится более аппетитно, а по вкусу начинка какая-то безвкусная. Сама по себе, больше всего чувствуется только лишь чеснок. В этой плошечке находится торт печеночный. Стоит он 400 рублей за килограмм, здесь 246 грамм и почти на 100 рублей. Сам вот этот торт, он слоеный. Мы здесь видим три слоя печенки и три слоя морковки с луком и с майонезом. Так как это печень говяжья, здесь хоть ее и фарш, но этот фарш, видимо, не из чистой говядины, потому что еще какие-то другие примеси здесь чувствуются. В целом, сама вот эта вот пластина торта, она очень твердая, нету в ней какой-то пышности, поэтому есть как-то не очень приятно. Попробуем овощи-гриль. Стоят они недешево, 479 рублей за килограмм, здесь 267 грамм на 128 рублей. Хоть и написано, что это овощи-гриль, но никакого запаха дымка здесь нету. Думаю, что они были сделаны на электрическом гриле, а не на мангале. По вкусу эти овощи мне не понравились, потому что хоть они и гриль, но никакого ощущения, то, что они гриль, нету. А также они очень-очень жирные. Не знаю, зачем столько много масла сюда налили, что во вкусе оно просто чересчур сильно и чувствуется. И даже вот здесь вот на дне мы видим, что натекло очень-очень много растительного масла.
куриные ножки фри. Стоят они 369 рублей за килограмм. Здесь 250 грамм и обошлось 92 рубля. Посмотрим, что здесь будет в разрезе. По разрезу заметно, что мясо хорошо прожарилось. Слой панировки, кстати, здесь не очень толстый. Вкус этих ножек мне понравился. Чувствуется небольшая острота, но эта острота, скорее всего, что в панировке. Сама курица, как мне показалось, вообще не острая. Минус, конечно же, есть. То, что они уже были, эти ножки, пожарены давно, поэтому панировка уже отмякла и совершенно не хрустит. Пирог с клубникой. Стоит он 269 рублей за килограмм. Один вот такой пирожок 133 грамма весит и обошелся в 35 рублей. Разрежем и посмотрим, что будет в разрезе. Как видно в разрезе, тесто не очень большой слой, начинки гораздо больше. По вкусу этот пирожок очень сладкий. По всей видимости, сверху это варенье из клубники, хотя ягоды не очень сильно переваренные. Но тесто какое-то уж совсем не пышное. Немножечко пирожок такой, какой-то он слишком твердый. В целом вкус неплохой, единственный минус то, что тесто не очень хорошее. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!